Добрый вечер, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня 14 августа, Медовый Спас. Я всех поздравляю с Медовым Спасом, желаю всем здоровья и долголетия. Вот купила себе вот такой вот липовый мед. Сейчас налью чайку. Зелененький у меня чай. Вот. И буду пить чай с медом. Говорят, что надо съесть обязательно в этот день ложечку меда, чтобы было здоровье и долголетие. Какой вкусный мед. Еще раз всех поздравляю. Всем крепкого здоровья. Лучше осветить его в церкви, конечно, но я осветила его святой водой дома, что тоже, в принципе, можно. Вот такое вот у меня сегодня чаепитие вкусное.